Этот метод позволяет гораздо дешевле восстановить любой аккумулятор вот такого типа, так сказать, любого наименования циферного. То есть, не изучая взаимозаменяемость аккумуляторов, покупаем всего лишь два элемента и ставим в любой тип аккумулятора такого вида. Имеется вот такая видеокамера. Купил два круглых зелененьких аккумулятора 7 и 2 вольта в общем. По 3,7 они продаются и по 4,2 вольта. Ну, в принципе, на 0,4 вольта особо не влияет. Можно ставить и тот. Отделяем плату управления от аккумуляторов. Опаньки, вот они внутренности все. В этой коробчонке мы видим два аккумулятора и панель управления. Изымаем внутренности. Аккуратненько ножом обрезаем три соединения, то есть плюс и минус. И к ней подставляю два новых аккумулятора, которые купил. Припаиваю три точки электросоединения, аккуратненько, не спеша, с обдувом, крыса сильно не перегревает. Опаньки, готово. Всю эту переделанную беду ставим в корпус. Закрываю и обматываю полоской скотча. Можно, конечно, и приклеить, но кто его знает, что там получилось. Вставляю аккумулятор Sony в свою видеокамеру Sony, заряжаю. После полной зарядки я включил видеокамеру, поработала минут 5 и аккумулятор, кажется, разрядился. После второй зарядки он уже стал работать у меня 2,5 часа, то есть вполне нормально. То есть это, как всегда, долго лежачему аккумулятору необходим первый толчок, то есть зарядить и разрядить несколько раз. Благодарю за внимание, всем всего хорошего, удачи!